Привет всем! Сегодня работаем в ракеты Stealth против F-14 Tomcat'а Top Gun'а, но может быть ему достанется. Он у нас идет слева по борту на перехват, мы его захватываем и начинаем работать. Цель приближается, но мы на него не разворачиваемся. Сначала захват, и справа вы можете наблюдать все на TechView. Скачайте TechView для DCS, techview.net, бесплатная программа, очень хорошая. А мы продолжаем вперед, набирая скорость. Выбираем 27Т, выключаем захват радара и переходим на электрооптический захват. Система OLS у нас работает прекрасно. Tomcat даже не знает, что мы по нему держим полный захват. Скорость не сбрасываем. Начинаем разворот на него. Ракета готова. Вот есть пуск разрешен. Пускаем ракету. И очень плавно разворачиваемся в другую сторону. И уходим назад направо на курс. Самое главное не потерять высоту, не потерять скорость. Береза молчит, по нам нету пусков от Tomcat'а. И как только мы пустили ракету, мы сбросили захват. Мы Tomcat'у не интересны. Что-то там летит, мигает, работает рэб. Наверное, все нормально. Как бы не так. Ракета уже прилетает к нему, 2,5 маха. Последнюю секунду он что-то замечает, пытается отбросить ловушки, но уже ничего не поможет. Tomcat сбит, а наша ракета Stealth, американцы называют ее Alamo-B, 27Т, сделала свое дело. Враг сбит, а мы летим дальше.